Включає паргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Як повідомляють ізраїльські медіа, президент України Володимир Зеленський нібито на минулому тижні планував візит в Ізраїль на знак солідарності. Але також за неназваними джерелами, на які посилаються наші ізраїльські колеги, ізраїльська сторона відмовилася його приймати, оскільки це не на часі, це цитата. Також маємо відповідь на це від посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука. Він розмовляв знову ж таки з нашими ізраїльськими колегами в ефірі «Лучшого радіо» і сказав про те, що Офіс президента України Володимира Зеленського не звертався до ізраїльської адміністрації з проханням про візит до Ізраїлю. Прояснювати це будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Ціон Алон, голова ізраїльської політичної партії «Ахазон», проукраїнський активіст. Ціон, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Вот о чем хочу спросить. Действительно, есть противоречивая информация по поводу того, был ли запрос от Офиса президента Украины по поводу визита Владимира Зеленского. Посол Украины в Израиле это опровергает, но тем не менее израильские медиа об этом написали. Хочу, конечно, спросить у вас, как у политика, действительно, можно ли говорить о том, что вот прямо сейчас визит Владимира Зеленского в Израиль неуместен? Визит Владимира Зеленского в Израиле очень даже уместен. Это мое личное мнение, и это мнение не только мое лично, но также и огромного количества людей, которые поддерживают Украину и украинский народ с первой минуты этого активного витка войны в Украине. Поэтому речь идет, скорее всего, о опасениях некой части израильской политической элиты, которые боятся даже своей тени. И все еще не отошли от той концепции, которая называется «русского царька лучше тирана, лучше не злить». Плюс, скорее всего, я не хочу вдаваться в какие-то конспирологические моменты, но, скорее всего, что все-таки есть определенная платформа общих интересов, может быть, связанных с бизнес-пространством, с коммерческим пространством, с торговлей с Россией и так далее, которая все еще тяготеет над процессами принятия решений. Я, конечно же, могу согласиться, если кто-то скажет, ну какой-то бред, на дворе война, и в принципе можно было бы по-другому взглянуть. Но, вы знаете, есть мы, а есть те, которые сегодня находятся во власти. У нас есть большие знаки вопросов по отношению к этим людям. И это количество вопросов с каждым днем растет, как снежный ком. Я думаю, что когда у нас закончится активная фаза войны, у нас тут в Израиле, то мы будем проставлять эти знаки вопросов перед властью. Вот тут, конечно, такой вопрос. Мы понимаем, какой бы был символизм, да, в визите Владимира Зеленского. Конечно, таким образом можно было бы подчеркнуть, что это не две какие-то отдельные войны, да, что это война вот как раз с такими авторитарными режимами, людоедскими режимами. Но кажется, вот знаете, в том числе, если судить по тому, что говорят многие израильские политики или израильские дипломаты, есть ощущение, что вот на этом уровне не хотят это видеть как одну войну, да, не хотят вообще ничего вот такого объединять, не хотят видеть это как единую борьбу с вот такой тьмой, да, со злом. Действительно ли это так? И опять же, какое может быть объяснение? Объяснений может быть на самом деле очень много, но вот видение того, что мы на самом деле боремся с осью зла, которая начинается в Москве и простирается на целый ряд стран. И в принципе, в основном это ось зла, которая начинается в Москве и заканчивается в Тегеране. Это видение я пробую озвучивать все последние годы. Не видеть этого – это надо быть слепцом. Даже не близоруким человеком, а просто слепцом. Еще со времен, когда был Советский Союз и было ГБ, ГБ подпитывало, поддерживало, выдавало инструкции, техническую поддержку целому ряду террористических организаций, международных, по всему миру. Последние годы явно прослеживалась попытка легитимации таких террористических организаций, как Хизбалла и Хамас, со стороны Кремля.
единственная страна, которая официально принимала в Кремле на официальном уровне делегации от Хамаса и делегации от Хизбаллы, это был как раз режим Путина. Несмотря на то, что все это лежало прямо перед... Это было все на поверхности, прямо на наших глазах. Тем не менее, некоторая часть политической элиты в Израиле пытается смотреть на это все широко закрытыми глазами. Даже сейчас, когда уже открытым текстом всемирный изгой и тиран Путин официально открыто поддерживает, по сути, никак не осуждая действия Хамас, террористы, которых устроили массовое побоище у нас в Израиле, отрезали головы и рубили части тел, и убивали людей, детей, и угнали несколько сот человек в Газу. Даже в эти дни Путин соизволил сравнить блокаду сектора Газы с блокадой Ленинграда. Но это просто надо быть человеком с очень воспаленным сознанием, абсолютно больным, для того, чтобы проводить подобную параллель. И даже несмотря на то, что это происходит, вчера мы все знаем и в курсе, что состоялась беседа между, значит, Путиным и нашим премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Я не знаю, почему Беньямин Нетаньяху. Я понимаю, конечно, дипломатию, я понимаю кучу вещей, связанных с политикой. Но я не понимаю, почему не нужно иметь достаточного хребта, чтобы отказать человеку, который сравнивает нас с нацистами, в попытке блокировать сектор Газа. Почему нельзя отказать ему в телефонном разговоре? Вот, простите, почему я вас перебью. Я как раз вот хотел это уточнить. Мы видим такую определенную синхронизацию. Мы, как представители украинских медиа, тоже понимаем, когда, скажем, власть хочет донести какую-то информацию через медиа, и эту информацию можно сливать там через разные источники, да, и дальше она публикуется, ну, со ссылкой на анонимные источники. И мы видим синхронизацию того, что израильские медиа пишут, Зеленский хотел приехать в Израиль, в Израиле отказали, и одновременно с этим разговор Путина и Нетаньяху. Как вам кажется, ну, можно ли говорить о том, что эти два события связаны, или, может быть, я слишком сильно верю в теории заговора? Нет, тут просто, наверное, скорее всего, что учитывая, что идет высокая динамика событийности, контактов самого разного рода, я как раз могу объяснить, почему была некая синхронизация. И тут не нужно даже искать никаких заговоров. Другое дело, что нет нормального логичного объяснения, почему даже в эти дни наш правительственный уровень, а в частности, скорее всего, что это решение канцелярии премьер-министра Израиля, отказывает в визите Зеленскому. Объясняет, что сейчас не время, хотя в это время целый ряд лидеров европейских стран, а также, естественно, представители Белого дома. И вот завтра собирается к нам президент Соединенных Штатов приехать. И об этом это уже официально анонсируется. Почему нельзя было также и позволить президенту Зеленскому, президенту той страны, которая воюет в эти самые дни с режимом Путина и с русскими захватчиками на своей суверенной территории, а также воюет, по сути, по большому счету, с технической и техногенной поддержкой со стороны Ирана, значит, режима Путина, почему нельзя было позволить президенту Зеленскому, которого очень многие любят и уважают в Израиле, абсолютно искренне, приехать с дружественным визитом поддержки? Это, конечно, вопросы из той категории, которую я бы назвал как... некий политический маховик, который был заведен много лет тому назад, и он все еще продолжает крутиться. Несмотря на сопротивление со стороны обычных граждан, несмотря на то, что целый ряд средств массовой информации, центральных средств массовой информации на иврите, у нас в стране уже начинают называть именно этим термином «ось зла». Я даже на днях радовался, сказал, ну неужели мне нужно было потратить столько лет жизни, называя это «ось зла Москва-Тегеран», чтобы сейчас уже наконец-то ведущие журналисты начали это называть именно этим определением. Тем не менее, политическая элита подвержена некому маховику. У меня нет другого объяснения, если не ударяться в какую-то конспирологию. Я думаю, что этот маховик, он сейчас находится в тренде торможения. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать, как он окончательно остановится. И раскручивание этого маховика в сторону улучшения более качественного сотрудничества на военном уровне между Израилем и Украиной, это будет,
это будет просто факт. Мы это еще увидим в самом обозримом будущем. То есть вам это... не кажется, что это может быть, ну вот как раз такое сообщение о том, что Зеленскому якобы отказали в визите в Израиль? Я просто напомню, что посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук опроверг эту информацию, что это был сигнал как раз России. Путин позвонил, до этого он общался с президентами Ирана, с президентом так называемым непризнанной Палестины, президентом Египта, и вот поговорил с Нетаньяху. Может быть, это был как раз сигнал России, мы готовы разговаривать с вами. И какую роль может Россия сыграть вот в этом урегулировании, да, нового витка конфликта на Ближнем Востоке? Россия всегда играла определенную ключевую роль на Ближнем Востоке, потому что Россия в контру западной цивилизации поддерживала режимы, которые находились либо в состоянии конфликта с Западом, либо в состоянии напряженных отношений. Это игра между кремлевским режимом и, в первую очередь, Белым домом. Она имеет корни, которые уходят в десятилетия назад. Скорее всего, что сейчас мы становимся свидетелями некого генезиса развития совершенно новой ситуации. Ситуации, при которой вполне вероятно российское влияние на Ближнем Востоке будет ослаблено. Это сейчас не находится на поверхности. Обычно люди сейчас отмечают, и не только люди, и журналисты, и политологи, и политики отмечают, что развитие событий в Израиле и возможность возрастания этого конфликта и перерождения его в некий региональный конфликт, это на руку России, и это ослабляет внимание, фокусировку на войне в Украине. Это да, отчасти это правда. Но с другой стороны, мы можем наблюдать параллельное развитие нового совершенно сценария, при котором влияние России в секторе Газа, влияние России на Ливан, Сирию, естественно, и вопрос, связанный с ядерной программой Ирана, все это может стоять сейчас на кону. На самом деле это так. Потому что в случае, если в Израиле возникает Северный фронт, а перестрелки на севере, на северной границе Израиля, они длятся уже который день. Израиль эвакуировал 28 разных совершенно поселений и городков, находящихся на севере Израиля, на расстоянии до 2 километров от границы. Для того, чтобы позволить лучше маневрировать израильской армии и не опасаться за жизнь гражданского населения. Я думаю, что это первые сигналы о том, что Израиль не только готов к столкновению на северной границе, но и интенсивно готовится. Если мы еще возьмем... кажется, простите, снова перебиваю, просто потеряю мысль, это моя как раз проблема. Можно ли себе представить, что Израиль будет готов и к тому, чтобы Россия выступала одной из сторон урегулирования, да, вот одной из сторон, которая бы как раз разговаривала с теми странами, с которыми Израиль говорит не готов? Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что тут схлёстываются мои личные пожелания и эмоциональные отношения к тому режиму, который правит в Москве, и к тем чудовищным злодеяниям, которые творит этот режим. А с другой стороны, не я нахожусь во власти, у нас есть определенное правительство, и как мы были свидетелями вчера, Бениамин Нетаньяху был в состоянии переговорить с Северным Тираном. Будет ли, согласно наше правительство, чтобы московский режим был одним из спонсоров, скажем так, урегулирования этого процесса, мне сложно сказать. Я бы не хотел этого видеть. Я считаю кремлевский режим абсолютно террористическим, международным ведущим террористическим режимом в мире, который делает все для дестабилизации всей обстановки в мире, и в частности ведет кровопролитную войну против украинского народа и украинского суверенитета, и украинской государственности. И такой игрок не может быть, являться, по сути, объективно не может являться конспонсором какого-либо урегулирования на Ближнем Востоке. Это недопустимая ситуация. С другой стороны, мы наблюдаем целый ряд недопустимых ситуаций, когда та же Россия является членом Совета Безопасности в такой организации, как ООН. У нас очень много оксюморонов, у нас очень много нонсенсов, ситуаций, которые, в принципе, не должны быть, по сути, вообще. Но реалиями доказывают, что, в принципе, у нас есть целый ряд
целый каскад нерешенных международных вопросов. Я считаю, что российский режим должен быть изгнан из всех возможных каких-либо международных форматов. Россия не может являться членом Совета Безопасности, потому что эта структура, она имеет совершенно другое предназначение исторически. Она себя изжила, но с другой стороны никто еще этого не отменял. И я считаю это политическим цинизмом высшей пробы, когда Россия является членом Совета Безопасности, убивает мирное население в Украине и одновременно с цинизмом абсолютного высшего какого-то уровня говорит о том, что мы блокируем сектор Газа после того, как у нас же убивают 1300 человек, отрезаем головы, похищая людей и так далее. То есть вот весь этот клубок, основанный на политическом цинизме, на каких-то скрытых интересах, на давних интересах, связывающих российский режим с террористическими организациями, на балансе общих интересов с Ираном и с Сирией и с Ливаном и так далее. И только потом сектор Газа. Я думаю, что вот весь этот клубок нам нужно будет распутывать. Вполне может быть, что динамика событий, которые сейчас происходят в Израиле, приведут через месяц, два или три к абсолютно новому сценарию, который сегодня не обсуждается. Я был бы рад видеть этот сценарий. С этим посредством этого сценария нужно кончать с влиянием кремлевского режима на Ближнем Востоке, и в частности вокруг Израиля. И одновременно нужно разбираться с ядерной программой Ирана. Потому что сколько можно терпеть международный терроризм? Мы знаем, что Иран является самым активным вместе с Россией ко-спонсором всех возможных террористических структур на Ближнем Востоке. Вы знаете, поэтому есть ощущение, что США готовы активно включиться как раз в то, чтобы вот тот сценарий, который вы сейчас упомянули, чтобы он был реализован. Действительно ли можно себе представить, что даже американские военные будут в этом участвовать? Мы уже видим авианосные группы, мы видим, что действительно президент США Джо Байден должен посетить Израиль. Мы видим, как госсекретарь уже дважды, да, за неделю прилетает в Израиль, и в том числе посещает арабские страны, ведя какие-то определенные переговоры. Можно ли себе представить, что США действительно готовы на вот такой, ну, как это правильно сказать, знаковый шаг, чтобы перевернуть эту шахматную доску? Я думаю, что скорее, я понимаю, о чем вы говорите. Скорее всего, что тот термин, который можно применять, это не знаковые шаги, потому что знаковые шаги были сделаны администрацией Белого дома и, в частности, президентом Байдена во время его пресс-конференции сразу после событий, которые произошли в Израиле. Он оказал беспрецедентную поддержку государству Израиль, народу Израиля. И поэтому знаковость была неделю тому назад. Сейчас речь идет о том, что у наших берегов будут находиться, или не вдалеке от наших берегов, будут находиться две авианосные группировки. Великобритания подключилась, Франция вроде бы изъявила желание тоже поддержать. Есть целый ряд стран, в основном натовских стран, которые готовы поддержать Израиль. Эти приготовления, они беспрецедентный характер носят. Такого не было никогда. У нас было много витков военного столкновения с террористическими группировками. Никогда не было подобной подготовки. Скорее всего, что это является открытой декларацией готовности на уровне конкретных шагов поддержать Израиль, а не только как знаковые шаги. Мы любим, уважаем, поддерживаем израильский народ, но наши авианосные группы будут находиться на наших базах. Нет, наоборот. Сейчас это все уже подтянулось в нашу сторону. И это совершенно открытый сигнал режиму в Иране, а также режиму Асада в Сирии, что в случае, если у нас нарастает конфликт, скорее всего, что все эти режимы будут находиться под знаком вопроса. Вопрос международного терроризма на Ближнем Востоке должен быть кардинально решен. Я смею еще напомнить нашим радиослушателям. Вы знаете, 50 лет тому назад, ровно 50 лет тому назад, 50 лет и 2-3 недели тому назад, в Израиле была война судного дня. Напомню, что это война, которую спровоцировали арабские страны, которые внезапно в праздник судного дня напали на Израиль. Израиль потерял несколько тысяч человек убитыми и так далее. Мы потом перешли Суэцкий канал, дали ответный удар по Египту. И все это закончилось известной историей мирного договора между Израилем и Египтом, которым мы до сих пор, как бы, да, придерживаемся, что Египет, что Израиль.
Суть ситуации, которая произошла 50 лет назад, сводилась к тому, что кроме мирного договора между Голдой Мейер и Садатом с египетской стороной, имело еще одно последствие, весьма знаковое именно. Это то, что Союз, тогдашний Союз, потерял свое влияние на Египет. То есть Египет вышел из-под влияния Союза и ушел под влияние Соединенных Штатов. Поэтому тот сценарий, который я описал, скорее всего, что может привести к тому, что целый ряд стран будут менять свои режимы, а может быть, некие страны из этих, которые мы перечисляли, уйдут под влияние Соединенных Штатов. Мы получим решение вопроса иранской ядерной программы. Мы получим решение с угрозами постоянными на протяжении последних 15-20 лет, нарастающими ежегодными угрозами со стороны Хамас и постоянными обстрелами. Соединенные Штаты получат дополнительное влияние на Ближнем Востоке, а Путин, туда ему и дорога. Ему дорога на трибунал, так что, скорее всего, это сократит его расстояние до трибунала. Вы знаете, мы понимаем также, что со стороны определенных террористических группировок и, возможно, даже со стороны части руководств арабских стран есть желание превратить вот этот конфликт на Ближнем Востоке, превратить в глобальную войну, да, такую антиизраильскую. Мы видим, скажем, вот эти массовые акции протеста, поддержки Палестины, да, вот в Лондоне, в Берлине это проходило. Мы видели что-то подобное, когда началось широкомасштабное российское вторжение, когда с этими аквафрешами точно так же и в Берлине, и в других европейских столицах поддерживали убийство украинцев. Что Израиль будет с этим делать? Мы слышим от наших израильских коллег, да, что вот действительно сейчас нас все поддерживают, но пройдет пара недель, и дальше начнутся резолюции, осуждающие Израиль, начнутся резолюции в поддержку Палестины, и Израиль будут исключительно изображать таким хищником, врагом и так далее. Что на это может ответить Израиль? В свете того, что мы наблюдали кучу видеоматериалов и фотосъемок после событий, которые произошли 11 дней тому назад, после того, как я видел обезглавленные трупы, исковерканные, сожженные, это то, что происходило в дни катастрофы во время фашистской Германии. После того, как человек наблюдает вот эти картинки и видит это видео, единственный ответ, который у меня напрашивается, он следующий. Мы начихать хотели, что будет говорить международное сообщество в случае, если нас будут останавливать. Мы должны дойти до определенного логического завершения той операции, которая сейчас происходит. Любое решение, меньшее, чем уничтожение организации «Хамас» на уровне 99% из 100, для нас будет неприемлемо. И любое правительство, которое не доведет это дело до конца, для нас будет неприемлемо. Для нас приемлемо, чтобы у нас была спокойная жизнь, чтобы нас не бомбили, и чтобы наши дети не просыпались ночью от сирен. У нас второе поколение детей выросло со страхом в глазах. Только потому, что кто-то в Москве или в Тегеране решает, что пора, на самом деле, еще раз надавить на Израиль, дает команду, и хамасовцы создают террористическую угрозу. Вот приблизительно такой ответ. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы болеем за Израиль и уверены в его победе. Цион Алон, глава израильской политической партии Ахазон, проукраинский активист, был с нами на зв'язку. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.